Родственники погибшего егеря от рук браконьеров Ерлана Нургалиева не получили денежную помощь. Напомню, после его смерти в качестве поддержки свою однодневную заработную плату перевели рабочие компании «Уходзоопром» и сотрудники Министерства сельского хозяйства. Напомню, в январе текущего года Ерлан Нургалиев и его коллега Петр Ницык пострадали от рук браконьеров, которые охотились на сайгу. От полученных травм Нургалиев скончался. Он был награжден посмертно орденом Борыс III степени. Я поднимал вопрос в Министерстве труда и социальной защиты по страхованию. В течение 6 лет на Охотзоопроме. Каждый год по миллиону и более оплачивали за его страхование. При этом, когда Ерлан погиб, ему ничего не оказывается не положено, потому что у него нет на изъявление никого. Я разговаривал с представителем этой организации, страховой компании. Он объясняет, что эти средства, которые приходят, уходят на оплату другим людям, которые пострадали.